так сюда падает. Тогда вот это срезаем вот так, это откроешь сюда. Вот отсюда церковь. Будем крепить вот это, да? Да. Потому что здесь крепить. У нас, посмотрите, лестницу делать, будет заход лестницы, а у нас здесь есть подпол. Подпол открывается как раз получается на место лестницы. Ну, будем что-то придумывать. Нет, я там буду открывать, ничего. А, это заделываем, да? Да, конечно, это заделать надо. Ага. Это сразу отсюда циркулятором возьмем, вот так половинку, и остается здесь. Ага. Правильно? Вот 90 сантиметров, да, так будем примерно. Сколько будет, будет. Срезаем вот так, и все. Понял. Потом, все потом понял, я буду открывать. Все понял. Потом все. Я здесь сразу сметим. Ага. Вот теперь, вот смотрите по лестнице. Вот я в данный момент вот разговариваю, да? Вот сейчас пиломатериал привезем, все будет нормально. Как только привезем, я эту лестницу с этой площадкой сделаю за 2 дня. Какую площадку? Всю полностью лестницу вам сделаю за 2 дня. Это хорошо. Нам лучше будет, чтобы всех работать. Да, да, да. И вы сразу это будете ходить. Но эту лестницу обязательно нужно обмотать материалом. Желательно, это, знаете, вот есть коробки, которые холодильники закрывают. И вот обязательно скотчем замотать, чтобы эта лестница была, ступеньки чистые были. Это обязательно. Нет, это мы закроем. Ну и все. Значит, если что, мы вот эту доску крепим. Крепим. А сюда циркулятор возьмем, да, половинку. Может эту доску полностью мы... Нет. Тогда... полностью забьем, а новую доску здесь выжим, какая разница. Нет, вам тогда все... лестница туда пойдет. Сколько туда, это плохо, потому что у нас лестница здесь. Вот, лестница, все понятно. Там лестница есть. Вот все сколько пойдет, я срежу, вот так пускай 3 доски. А, ну все. 1, 2 и 3 здесь. Все, я понял. Сколько будет, циркулятор вот так возьмем. Вот смотрите, опора одной вот этой вот этой косоуры, да, а пол будет у нас кривой, вот в эту сторону я вот вижу уклон сюда, значит эта косоура будет у меня чуть-чуть длиннее, да? Ну поняли, да? Здесь коротко-то. Нет, вот здесь опора косоуры вот так она упрется в это место, а здесь у вас пол вниз идет, а уровень у нас же площадки будет одинаковый. Ага. Ну то есть по уровню. Да-да-да. И вот эта косоура как бы уйдет в длину. Вот она найдет пойдет. Себе опору, да. Да, она как бы там так будет, это будет уровень с той опорой. Так. А здесь опора немножко удлинится. Ну, вы не увидите вот этот кусок, вот этот, который пойдет. Мы его обрежем вот здесь. Да, вот, обрежем. Обрезаем все. Ну все, он нам а не нужен. Тоже можно обрезать, вот и так. Там тоже обрежем. У нас сразу же пойдет под ступенька. Сюда пойдет, да. Срезаем. У нас сразу под ступенька пойдет. Чуть-чуть оставим. Сразу, правильно. Ну, сразу под ступенька. Чуть-чуть оставим, чтобы давай, не было этого. Все. Давай, поднимаемся на 2-й этаж и поехали. Давай. Пока.